Друзья, товарищи, Мэриленд, еду сейчас, получается, оставшийся мост, который не снесенный, надо было ехать по другому мосту, но там вообще просто все. Видите, тут Мэриленд, значок, ну ничего не видно, короче, мост там был снесенный, пришлось сделать кругаля, заезжать либо снизу, либо сверху, вот, так как не проехать вообще ни хрена. Мост стоит, там что-то написано, 6,50, в принципе, неплохо вообще, чётенько. Видите, как мост закрыт, какие здесь палки выставлены, специально сделано. Сейчас идет ремонт дорог, и полицейские стоят еще. Вот, идет ремонт дороги, написано, что там одна полоса для трафика, то есть встречная, и мы поедем, и все. Вот, конечно. А, просто на встречку нас согнали, то есть видите, какие просто здесь эти штуки огромные выдвигаются, конечно, такие. Охренеть большие. Вот. Так что едем, едем. 4 дня вообще прошло незаметно. Чуть не сошел с ума в этом траке. Уже все фильмы пересмотрел. Все пересмотрел. Махнул просто через весь материк. Получается, просто от Вашингтона. Из-под Сиэтла. Уехал в Мэриленд на Атлантический океан. И все это груз через выходные. Как бы, ну, затяжной. Через выходные, сегодня понедельник, уже конец понедельника, вот, и все, завтра сдаваться, отдавать груз, у меня есть уже следующий, получается, прямо оттуда же, рядом с этим, с моим заводом, из этого же города, я повезу тоже морепродукты, вот, но повезу их уже в South Carolina, вот, поэтому не переключаемся, там что-то, видите, мост. Одна полоса, вторая полоса, конечно, ни хрена не видно. Вот. И правая полоса почему-то закрыта. Я не знаю, может быть, там, конечно, делаются какие-то ремонтные дороги. И все в этом роде. Вот.
здесь мост, конечно, не такой крутой, как был там раньше. Он такой высокий, был огромный. Здесь такое перепуска. Здесь ехать намного меньше, чем по тому мосту. Поэтому, друзья, все, до встречи утром. Я уже подъезжаю, мне остается просто буквально 20 минут. Я прям к ним залетаю туда, паркуюсь и ложусь спать, и разгрузка у меня в 8. Надеюсь, они меня разбудят. Сейчас, кстати, время 12 час. Так что ждем. Ждем завтрашнего дня, точнее. Мэриленд у нас с вами здесь. Я не знаю, как я привез сюда, получается, загрузку, точнее, разгрузку. Вот, она говорит, что там есть свободное что-нибудь? Я говорю, ничего нету, говорю, все занято, ну нахрен вообще. Она говорит, ну давай сейчас посмотрим. Потому что, чувак, видите, вообще они стоят, их сейчас будут загружать, они пустые вообще. Один, второй, третий, там, короче, ужас. Вот, и тетка говорит, так сейчас я посмотрю, сколько там осталось. Тебе и заедешь сюда. Я говорю, окей. Вот, сейчас буду жопой пятиться сюда, получается. И вставать рядом. Непонятно. Прикольное местечко вообще просто. Очень клево. Красивые места. Мэриленд самый лояльный штат вообще. То есть здесь, по-моему, нету налогов. Он такой же, как и Нью-Гэмпшир. Здесь очень много людей живет, которые занимаются, ну, типа как этих, Рублевка с округа Вашингтона, едут и все живут в Мэриленде, чтобы не платить налоги. Прописка у всех здесь. Вот, а так, конечно, по всем этим городам. Сейчас надо посмотреть, заехать как-то аккуратненько. Надо было развернуться, конечно, здесь, но особо места здесь нет, не разгуляешься. Надо вытянуть, что-то сделать. Спал вообще просто великолепно. На улице погода просто шикарная. 21 градус. Ни тепло, ни холодно вообще, ни хрена. Просто мега круто. Обожаю прям такую температуру. Спал с выключенным траком, с открытыми окнами. Даже не замерз, без одеяла. Это, конечно, такое все приключение. Либо здесь заломать, как бы его туда припарковать, либо жопой пятиться туда-назад. Дед такой довольный, там на газон катилка летает, поздоровался, счастливый. Вот, у меня есть уже следующий груз, прям рядышком здесь. Отсюда я забираю и еду в эту, в Южную Каролину. 500 миль ехать, платят 1500. Не знаю, что там говорят, навести денег нет. Есть бабки навести. Так что можете приезжать зарабатывать. Такие, конечно, здесь трейлера, все в этом. Непонятно. Я бы, конечно, уже давным-давно бы встал просто и это, вырубился поспать еще. Конечно, яма здесь просто космическая, как с бордюра слететь. Можно здесь и этот бампер оставить. Я просто хочу посмотреть, где тут развернуться можно. Чтобы, если что, ну, так понимаю, что лучше выехать жопой. Да, потому что здесь негде разворачиваться. Только если по полям ездить, по вот этим. А если оно в частной собственности, то можно получить по жопе. Поэтому такое все. Вот я не знаю, где у них холодный док. У меня просто заморозка там. Если они будут медлить, там все растает. Конечно, такое все. Вообще. Езжу по таким деревням, мне прям безумно нравится деревня. Хотелось бы, конечно, сюда уехать, нарожать 20 детей. Я бы ездил, работал на траке, меня встречала счастливая жена Виктория. Махала бы мне платком. Плакала, когда я уезжал, когда приезжал. Все бы были счастливы. Прикольно. Так. Вроде бы выглядит все нормально, но там место-то нормально. Надеюсь, смогу развернуться. Ограничено, конечно, место здесь. Я читал вчера, почему я сюда не доехал сразу изначально. Потому что изначально писали, что здесь хана. Хана-хана.
плане того, что тяжело будет развернуться. Так оно и есть. Еще раз вспоминаю, что можно или нет, потому что через правое плечо сейчас буду здесь разворачиваться. Вообще ненавижу через правое плечо что-либо делать. Там приходится по 20 раз выходить, смотреть, что вообще происходит. Тетенька подошла, сказала, что все, чувак там закончил. Оказывается, он не загружается, он выгружался. Вот, они говорят, сейчас он выезжает, и ты просто залетаешь, говорит, открывай двери, говорит, мы тебя быстренько выгрузим, потому что там заморозка. Я говорю, конечно, давайте, давайте, давайте. Вот, сейчас жду, пока трак там выйдет, и поеду сразу вместо него. Так что вообще утречко началось нормально, солнышко так пригревается. Хорошее число. Так, друзья, разгрузили меня, в общем, просто за 20 минут с момента заезда. 10 минут я постоял, подождал, мне дали док. Вот, и 7 минут не ехать было до пикапа. Сейчас я заехал, здесь учет какая-то злая тетка черная, черный завод в Мэриленде. Говорит, если ты не подвинешь тандемы, штраф $150. Если ты не поставишь антиоткатку, $150. Если типа нету лоуд-баров, $150. Я говорю, все, все по 150. В общем, она все проверила, написала бумажку. Сейчас я поставил все вот это сделал. Тандемы подвинул, поставил чак, зачакал свои колеса. Вот, и вышли, посмотрели, проверили, записали в бумажку такие, блин, типа штрафов нет, ничего нет, все. Сейчас везу я охлажденные морепродукты, получается, и там они будут ехать при нуле. Всего лишь 10 тысяч, то есть 5 тонн где-то идет. Она сказала, что там будет в районе где-то 6 палеток. Вот, так что приняли меня намного раньше, у меня был appointment на час дня, сейчас время 9:30 с копейками, и они сказали, что прям вообще супер классно, молодец, что приехал пораньше. Так что все. Что я загружен, загружен. Загрузили за час где-то, наверное. У них такой смешной диалект, они и тянут, и как поют такие, you have a nice day. Так, что там? Вообще просто бары не поставили, козлы. Это мой груз на сегодня. Он весь мокрый. О! Надо взять бар, поставить штуку, какую-то коробку здесь, и все. Это морепродукты. В очень маленьком количестве. Это, конечно, как-нибудь надо сделать, чтобы не упало. Так это выглядит. Как же я обожаю ИСТ. Просто я не знаю, кто здесь работает. Просто траки. Там понатыкано, я хотел встать вон в то место. Прицелился уже все. Осталось только свернуть башку и затянуть свой хвост. Но здесь просто, представляете, что люди набились так, что по кругу не могут выехать в эту сторону. А здесь, получается, выезжающие просто не могут заправиться, потому что те не могут выехать. А тупые, которые стоят на выезд, они не пускают, потому что там на выезде просто заблокировали въезд сюда на вход. Здесь один выезд, один этот, выезд. Вот такой вот ИСТ, просто мега ужасный, я не знаю, просто везде тракстопы по 50 мест. Что здесь делать, я не понимаю. Кто хочет работать вот в таком месте, надо идти к этому геле. Будете вот такой вот, просто каждый день у вас такая дрочь будет. О, что я помыл стекло вам, чтобы вам было виднее, что просто это самая ужасная заправка, не знаю, которую я только встречал. Сейчас только что просто подрались два водителя, потому что один пытался заехать, а другой думал, что он сейчас заезжает. И там просто какой-то махач произошел, там даже прибежали водители разнимать их других. Такой цирк вообще просто. Причем просто такие потом сначала подрались, потом пожали друг другу руку, такие разошлись, такие все как по углам. Захожу на тракстоп. Я думаю, кто вообще здесь существует? Это еще штат Вирджиния. То есть там далеко еще мне дано это. Что у меня там? Саунд Каролайн. Вот чувак стоит, тоже метится, видите, сейчас будет заезжать. Полдня надо сейчас будет, чтобы заехать. Все мешает вообще, заправка, траки, все. Еще и Свифт, хрен знает, мне кажется, он не заедет. В общем, захожу туда на трак-стоп, а там просто, я не знаю, как будто таки в Африку приехал. Там одни черные вообще.
И причем самый прикол, что там просто черные, просто женщины, черные мужчины, черные трансухи. И вообще все черные, я думаю, надо, скорее всего, валить отсюда. Реально, даже водители все черные. И вот сейчас мне надо выезжать, то есть я здесь почти час провел. И сейчас на выезд еще. И самый прикол, что здесь нельзя выехать просто налево. Здесь вот, типа, если слева смотреть, то там находится маленький хайвейчик. Ну, просто, это, US-ка. На нее можно сразу выскочить. А мне надо будет вот так вот просто кругом под мост и обратно вот так вот заехать. То есть, ну, да, конечно, такое себе приключение. Трак-стоп забитый, время 2 часа дня уже. Все, просто нету мест. Это вот, я не знаю, сейчас еду в свой город, который мне надо груз доставить. И там просто уже, я смотрю, там уже нету мест. Где стоять, где ночевать, вообще непонятно. Я видел, там один водитель жаловался, что на Исте надо постоянно бабки платить, но тут даже из-за бабки ты и не встанешь. Потому что все проплачено, все куплено, 3 часа дня, и все уже просто, все выходные, никто не работает, и не знаю. Слава богу, что мне взяли груз на завтра. Я поеду в свой любимый Денвер, штат Колорадо. И ехать мне там получается 2 дня с завтрашним пикапом. То же самое рядом с городом, где я разгружаюсь. Там же у меня будет и загрузка. Очень удобненько. Видите, здесь понатыкано вообще просто все. Тоже чувак встал там. Хрен знает, когда он выйдет. Я встал вообще, перекрыл улицу, и тут чувак начал выезжать. На меня начали все орать. Водители, трак-драйвера. Вообще просто все, как ненормальные. Не знаю, смотрите, какая там очередь. Вообще просто это... Вот дебил или нет? Дед. Да... Аккуратненько смотрим. Там просто нельзя траком выезжать. Здесь вот, чтобы выехать, вот так вот, мне надо просто по встречке ехать, потому что нету выезда там. Либо я просто сейчас по бордюрам поскочу. Куда дед заехал, вообще непонятно. Видите, пробка. То есть на въезд, на выезд пробки. Я хотел сходить в душ, думаю, сейчас быстренько залечу в душ, помоюсь, там все такое будет по красоте. Можно будет спокойно ехать, и потом уже пофигу, я не знаю, там буду ночевать где-то во дворах. Разгрузка у меня завтра вечером. Мне, кстати, осталось ехать 5 часов ровно вообще. И все, то есть у меня ничего не будет. Слава богу, что у меня есть все души вообще. TA, Petra, Flying J, пилот этот вообще. Все, короче, есть. И сейчас рядом здесь стоит Flying J. И там 280 мест. Я очень надеюсь, что... Я быстренько там заправлюсь. Ой, не заправлюсь, помоюсь. Просто вот чупакабра, я говорю. Вот что вот, ехал, встал на аварийках, переградил две полосы, что-то выезжает там, заезжает. Водители, мне кажется, именно вот на Исте, здесь, они немножко не в адеквате. У нас какие-то там все больше спокойные. Тут что-то носится куда-то, все пытается быстрее, никто никого не пропускает, все злые. Вот я первый раз увидел, что водители там начали драться, махаться, вот реально сидеть, страдать какой-то фигней. В общем, все, я сматриваюсь с этого Иста. Мне прям вообще, не знаю, сил нету. Реально аж противно здесь ездить. Ужас, ужас, товарищи, ужас. Я приехал, время 9 часов утра, ой, утра, вечера. Сейчас пойду попробую сдаться. Просто сейчас встану так, буду спать тогда, если меня не примут. И все. Буду тусоваться. Здесь получается завод такой малюсенький, маленький. И тут заезд просто ужасный. Вот отсюда, через левое плечо, вот через эту узкую улицу. Я, короче, здесь вот парковался, а там мужик вышел на крыльцо. Такой, руки в боки стоит, думает, заеду я к нему на частную территорию или нет. Я думаю, иди в жопу вообще, просто козлина. Помог бы лучше. Видите, трак стоит криво. Не могу заехать, короче, да и не хочу.
Потому что если дадут мне сейчас ворота, как бы окей, если нет, тогда утром. Утром просто сейчас им сделаю все, чтобы они меня приняли. Попробую постучаться. Сейчас, если меня примут, это просто будет белиссимо. Будет вообще шикардосно. Короче, на двери большими жирными буквами написано с 7 утра до 3 часов дня. И все, я мужику показываю бумажку, говорю, типа, у меня бумажка есть вот это. Он такой, типа, все, пошел нафиг отсюда. Я думаю, ну и хрен с вами. Сейчас я ничего не буду делать, потому что ночью я не вижу вообще линии, куда ехать, как парковать. Не вижу вот этот док. Здесь нет освещения никакого. Я и так заехал здесь на свой страх и риск. Повезло, что как бы вечер. Американцы уже все спать ложатся в такое время. В 9 часов. И вообще хрен куда догонишь. Выгонишь. Поэтому все, у меня баенький привал. 9 часов. Как раз 10 часов сейчас пройдет. Я посплю. Буду здесь стоять, рифер молотить. Главное, чтобы полицию не вызвали. Потому что здесь частные дома. Хотя здесь тоже рифер стоит. Сейчас еще скажет какой-то придурок с камерой, ходит здесь, снимает что-то, тоже полицию вызовут. Ну да ладно, так что все, отбой. Доброе утро, время 5 утра, прям вообще как не надо. Сейчас просыпаюсь, и мне просто долбят в окно, такие, ты что здесь вообще стоишь? Я говорю, а вы кто вообще? Он такой говорит, я этот менеджер, который здесь. Я говорю, так я на разгрузку приехал. Он такой, о, давай документы, сейчас я тебя сам разгружу. И поедешь, говорит, у тебя много? Я говорю, у меня там 4 палеты или 6. Он такой, во, вообще супер. Забрал у меня документы. И все, я разгружаюсь. Очень удобненько. Сейчас поеду дальше. Потому что надо ехать, потому что у меня там прям вообще сроки. Мне просил диспетчер приехать к 7, а меня в 7 разгрузят. И я прям... приеду тютельку в тютельку, как раз мне ехать там 2,5 часа до завода. Завод там просто ужасный, мега ужасный. Там нету мест, ничего нету, рядом ничего нету, где стоять, хрен его знает. Так что опять приключения. В общем, морепродукты они забирают. Я поеду. Видите, компания называется «Три рыбки», «Три фиш». Ох, конечно, идти, дом напротив стоит. Всю ночь я здесь спал, сидел. Прикольно. Я приехал, куриный завод, воняет вообще тухлятиной какой-то, потрохами. Здесь вообще негде разъехаться, не знаю, как, что делать. Говорят, сиди в траке, вообще не высовывайся. Одень жилетку, я одел жилетку. Вот, видите, выезжает оверсайз. Не знаю, что он везет, говорит, к тебе подойдут сейчас, они тебя зачекинят, запишут. Вот, и он там, женщина идет уже сейчас, говорит, нет, мимо меня прошла. Короче, вообще какая-то жесть происходит непонятная. Не знаю, где здесь парковаться, где здесь разъезжаться с кем. Очень маленькая территория, прям малюсенькая. Микро даже, можно сказать. Конечно, такое все. Ехать в Колорадо надо будет, он там где-то. Просто компания чушек. Мне, прикинь, сказали, что типа нету двери. Мне женщина сказала, говорит, я не знаю, когда тебе дверь дадут. Сколько здесь грузить будут, я тебе наберу. Самый прикол, что здесь вообще просто нету нормального тракстопа. Здесь есть свободные двери. И меня просто говорят, покиньте территорию. Я говорю, ну, окей. Что делать-то? Что делать-то? Что за фигня? Трак, блядь, не может, блядь, справиться. Что за херня вообще? Не может заехать, представляется, здесь. А как я буду груженый выезжать, вообще хер его знает. Это, конечно, трэш полный. Охереть просто можно. Да, я в шоке. В общем, нашел какой-то трак-стоп. Он здесь в 15 минутах отсюда. Не знаю вообще, как мне будут звонить, когда я буду приезжать. То есть мне звонят там где-то за 20 минут, что говорят, твоя дверь готова, приезжай. Я вот должен такой красивый, хороший сорваться и поехать. Да. Сделали тогда бы, я не знаю, чекин по телефону. Где-нибудь зачекинился,
там вот встал за это, написали бы в документах, что нехер сюда суваться вообще, он там, видите, разворот так вот выглядит. Заезжаешь, просто малюсенькое это пространство. Короче, я понял, да, что все не так в этой Америке. Едем спать, короче, отдыхать. Сейчас включу телефон и буду сидеть кайфовать. Так, я стою просто на обочине, где-то в джунглях Джорджии. Там, если по прямой проехать, то там вот мой завод этот сраный. Сейчас приехал на трак-стоп, и там нету места вообще. Просто время, сколько там, 10 часов с копейками, 11 час, уже 11 почти. И такая хрень просто происходит. Самый прикол, я звоню как бы брокеру и говорю, что, чувак, такая ситуация. Они-то мне сказали, что твой груз готов, тебе надо его просто загрузить. Но у нас нету свободных дверей. А когда я выезжал, у них загружается 6 своих прицепов, траков, да, то есть как бы они просто вот этих на... возят прицепы, загружают их и все. Просто убери ты прицеп этот сраный, как бы, да, там загрузи другой трак. И два просто сторонних трака, которые приехали забрать груз на дальняк. Это, конечно, прям вообще мощно. Я тоже это сказал брокеру, он говорит, я им звонил, они сказали, что груз готов. Я говорю, они тебе сказали, что там два трака только загружаются, а остальные просто доки как бы заняты, но их прицепами. Как бы это же в их интересах, чтобы их груз забрали. Вести просто и очень долго. Там 1300 миль мне надо за сегодня проехать, 500-600, и за завтра все остальное. То есть такое себе, конечно, планировал совсем другое. По отзывам этой компании, там стоит просто одна звезда. Один чувак, который там ждал груз, ждал его 39 часов. Это максимальное ожидание, которое я здесь нашел. Вот, но в основном все здесь, кто ждет, это примерно где-то от 2 до там 4-6 часов. Я надеюсь, что я не буду здесь стоять на обочине на аварийках, потому что если меня тут копы сейчас поймают, они будут спрашивать, типа, а что ты здесь стоишь, что случилось, давайте роуд-сервис вызов, и все в этом роде. Я скажу, что у меня не работает лоукбук, либо еще что-нибудь, и придется опять врать, чтобы просто вот тупая компания это... не нашла мне места, где притыкнуться, хотя там просто я стоял нормально, никому не мешал. Позвонили мне спустя 3 часа, сказали, что типа езжай. Я просто стоял на обочине, просто пофигу, на аварийке встал, короче, лег спать, просыпаюсь, я просто окружен траками, то есть я там не один. Вот, и прикол, конечно, такой себе был. Спереди стоит трак вот этого завода, который везет куриц к ним туда на убой, то есть они их разделывают там и потом готовят вкусные куриные грудки для бодибилдеров. Конечно, такое все зрелище, они воняют. Какие-то все зашуганные, все эти непонятные, короче, странные. Так что все, заезжаем, сейчас будем парковаться. Сказали двери закрытые держать, не суваться. Сейчас этот выйдет как раз. Все, грузили меня 2:45 часа. Я в это время спал, вообще просто ужаснейшая компания, реально просто мега ужас. Дали мне документы, просто говорят, у тебя есть 5 минут, чтобы уехать, либо дальше штраф у тебя $150. Я говорю, ну круто, классно, говорю, мне надо все отфоткать, говорю, если брокер подтвердит как бы время, точнее груз и все остальное, говорю, у меня, во-первых, по confirmation написано, что у меня 28 тысяч, говорю, вы мне ставите 40 тысяч. Я говорю, с какого хрена вообще? Они говорят, ничего не знаем, у нас заказ типа 40 тысяч груз, это его вес. Я так говорю, типа, ну молодцы, классно. Я говорю, у меня, говорю, это не как бы подтверждено в компании, говорю, возможно, там изменится цена либо еще что-нибудь. В итоге отправили документы брокеру, я здесь стоял, ждал, тусовался. И брокер говорит, да все окей, езжай. То есть как бы лишние там получается сколько, 6 тонн, как бы просто бесплатно берут. Я такой думаю, ни хрена себе. Где-то больше, где-то меньше, но как-то надо оплачивать, потому что дорога сейчас вся будет вообще просто вся гористая. Из-за этого увеличится расход, компания потеряет деньги. Где-то пофигу, я за бензин, за соляру не плачу. Вот, еще начинается просто время пробок. Сейчас время уже 6 час. И просто все уже стоит. Все стоит.
Выезжать я отсюда буду тоже хрен знает сколько. Просто проеду, скорее всего, Атланту и сразу же встану на сон. А ехать мне, между прочим, еще 20 часов. Мне надо быть, получается, сегодня среда. Мне надо в пятницу утром быть на разгрузке. Такое себе, конечно. Либо я сейчас просто встану где-нибудь и посплю всю ночь, а потом поеду. Ой, не всю ночь, а весь день доставшийся. Потому что я полубуку сегодня на брейке стоял уже где-то в районе... сколько там, 7 часов, то есть, по идее, я могу поспать 3 часа и просто поехать, и у меня откроется новый день. Но это такое себе тоже приключение. То спишь, то не спишь, все обрывисто, какая-то хрень полная происходит. Так, граждане, товарищи тунеядцы, в общем, сижу здесь, уже доехал практически до Денвера. Завтра у меня будет разгрузка. И сейчас я вам, получается, расскажу про зарплату мою прошлую, на прошлой неделе, где у меня было 4 груза. Гросс составил больше 12 тысяч. Вот, я сегодня насмотрелся тиктоков, которые там блогеры говорят, что на траках деньги нет, денег нет, ничего не заработаешь, стоишь по 4 дня там. В общем, получается зарплата просто ровно за 7 дней с понедельника до понедельника. Составила, получается, вот моя фамилия, это PDF нам присылает такие номера. Что мы видим? 3840 плюс то, что у меня возврат за аккумулятор я купил и все в этом остальное. Снизу снимается иншуранс, страховка и все остальное. В общем, тотал 3840 за 4 груза. Получается 1, 2, 3, 4 и тотал 3840. Но денег нет в траках, поэтому вы сюда не идите, не приходите, работать здесь невозможно и вообще не стоит ничего здесь делать. Так что оставьте лучше места для нормальных водителей. Вот. Либо если вы работаете в говно компаниях, где вам режут рейты и все остальное, не судите остальные компании, что они такие же.